правда в том, что действительно мы очень сильно ограничили полицию, СБУ, фискалов, ну, всех, прокуратуру и так дальше. Какую-то пользу принесет. Это пользу принесет не бизнесюкам. Это пользу принесет каждому из нас, кто будет понимать устойчивость всей системы. То есть любой бизнес будет работать устойчиво. И каждый из вас будет знать, что телефон у вас из рук не заберут. Могут скопировать, если есть решение суда. Компьютер, сервер не заберут, могут скопировать, если есть решение суда. И очень важно то, что добился министр юстиции по решению суда. Вы удивитесь, Павел, когда назвал эту цифру, я был потрясен. На каждое решение суда по санкции судья тратил 15 секунд. Показать как? Вот так вот. Открывал. И глаза не опускал, потому что не успел бы прочитать. Сейчас так не будет. Теперь будет фото-видеофиксация процесса вынесения решения суда по санкции. Если кто-то хочет прийти обыскать телеканал 1+1, он должен прийти к судье под видеопроизводство, доказать справедливость этой санкции, получить ее и потом прийти с обыском. И когда состоится полный суд, если не будет этой фото-видеофиксации, будет означать, что доказательства получены неправомерно, и любые обвинения ложны. Я думаю, это фундаментальная защита, которая работает в США, в Европе. И нам тоже надо сделать так.